Наверное, у вас еще остались ватрушки зимы, но сезон ватрушек уже закончился. Как же сдувать ватрушки? Сейчас я вам покажу два способа. Сейчас я вам покажу способ, которым вы, наверное, все и делаете. Сейчас нас... Да ее, мы сначала все время ищем нить. Тут мы не можем найти. Но... Давай споем. Вот. Вот ниппель. Вот мы нашли ниппель. Вот мы откручиваем ниппель. У меня тоже есть. Оп. Вот, смотрите. Есть такая вот кнопочка. Мы можем на нее нажать. И тогда воздух пойдет. Чем? Наверное, можно нажимать чем угодно. Вот, у меня кисточка для вот этого вот нажатия. Вот так вот примерно это происходит. Таня и Дима задувают свои ватрушки. Первым способом. Дорогие друзья, ну вам может это показаться очень долго. И для этого мы можем это просто выкрутить ниппель. Мы берем специальный колпачок, и мы им будем выкручивать ниппель. Хайлка. Привет! А сейчас, вот смотрите, вот тут вот еще воздух остался. Для этого мы вот берем нос. Вот мы скручиваем. Тань, подойди. Я тоже свое скручиваю. Первая вкручена. И сразу же закрываем ее. Только что эта малышка падала. Только что эту малышку никогда не видели. Привет. Теперь мы будем приступать ко второй. Если новый малышка, я ниндзя. Я тоже ниндзя. Вот так мы заканчиваем наш ролик. Ждем новую зиму, ждем нового сезона ватрушек.
И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. До новых встреч!